Отлично, отлично, отлично. И... оп! Хорош! Ха-ха! Она умела перепрыгивать волны. Просто русалка. Добавь воды H2O. Рада видеть вас на моем канале Тилька Плей. Я Наташа, и сегодня мы будем с вами выживать в цунами. Посмотрим, насколько у меня получится это или нет. О май гад, это что такое? О, вау. Меня сбило волной. Вы что, издеваетесь, что ли? Меня сбила маленькая волнушка. Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три. Тилька, сегодня не помри. Ладно. Опять идет волна. О, нет, я перепрыгну. Я не смогла перепрыгнуть, я не могу сдвинуться с места. Нет, подождите, да как так-то? Это слишком сложно. Там какой-то риск еще повышается с этого цунами. В смысле, что за прикол? Довольно-таки неплохо. Я хочу забежать вот в эту вот пещерку. Мне реально интересно посмотреть, что вот в этой вот пещерке лежит. Но там же наверняка что-то интересное. Мне кажется, там в этой пещерке можно выжить. О, здрасте. Я не могу сесть в вашу лодку? О, могу сесть в вашу лодку? Как мило. Слушайте, ну я хочу посмотреть, что у нас здесь. О, сейф. Г, open. А у меня нет никаких предметиков. Подождите, сейчас скоро будет цунами. Я так понимаю, риск цунами повысился до 95,5%. О май гад, я хотела пожить, пожить. Я настолько серьезная женщина, что я не смотрю, когда идет цунами. Слушайте, оно что, в рандомный момент, что ли, идет этот цунами? Да, слушайте, ну реально идет рандомный момент. Ладно, я пока бегу. Раз бежится, то бежимся. Мы сейчас вот здесь вот попытаемся спрятаться, вот в этой вот пещерке, потому что мне кажется, что скоро начнется цунами. И нас с вами накроет такой волной, что мы с вами офигеем. Давайте вот здесь вот останемся с вами. Мне кажется, нас не должно затопить. Будем жить в этом домике с вами. Так, а что, где цунами-то? Цунами, цунами. Та-та-ти-та-та-та. Да ладно, серьезно, нет еще цунами? А, я думала, задуло. Так, это мой домик. Пошли нафиг, это мой домик. Че вы пришли в мой домик? Это мой домик. Найди себе свой домик. Ладно, я пойду еще дальше бежать. Блин, да нет, ну сейчас по-любому пойдет. Сейчас по-любому... Отодвинься, девочка. Сейчас же по-любому пойдет этот цунами. Да где оно? Блин, ну сейчас, конечно, меня накроет. Я не понимаю. Почему все так спокойно? Я не хочу рисковать. Слушайте, ну очки дают. Я думаю, что мы успеем добежать до той дырки. Ну, либо нас смоет сейчас с вами цунами, одно из двух. Но бежим. Цунами пока что отменили. Но скоро оно как начнется. Чувствую, будет жопа, судя по вот этой вот полоске, которая просто... Или у меня здесь типа зона риска такая высокая, потому что я тут стою и я много очков здесь лутаю. Я получила одно очко. Ой, а что это такое? Point. Выучены какие-то очки. Прикольно. Ну, я попробую до вот этой вот стороны добежать, до параллельной. Только, пожалуйста, не затапливай меня. Цунами. Не затапливай меня. Я прошу тебя, не топи меня, цунаминка моя. О, здесь какая-то видеокамера. Мы следим за тобой, ты не сможешь сбежать от нас. Отлично, отлично, отлично. Так, и чё, я не пойму, а чё? Чё, где все цунами? Чё-то кончились все цунами. Начиналось так весело, а кончилось за упокой, да? Ладно, я пока пособираю бабки. А можно спрыгнуть вниз? А что будет, если спрыгнуть вниз? Давайте посмотрим. Там же нарисованы стрелочки. Мы должны с вами узнать, куда ведут эти стрелочки. О! Фига себе! Винер, это я. Пучес. You need 10 more coins. Ладно. Окей. И чё? Сюда? И чё, заново? А, я получила 75 очков. Я понял. Фига себе, вот это прикол. Цель, короче, дойти до конца.
Ну, давайте. Что-то пока цунами даже и не пахнет, поэтому можем расслабить свои булочки. Поднакопить очков. Побегать тудым и сюды. Ну, нет. Ну, куда? Ну, нет. Твою мать. Ну, это нечестно было. Сейчас еще одно пойдет, да? Конечно, сейчас пойдет еще одно цунами. Так, я перепрыгну. Я успею. Перепрыгнула! Я перепрыгнула! Хорош! Хорош! Перепрыгнула! Ля, ну я молодец! Ну я молодец! Я перепрыгнула цунами. Че, будет еще цунами или не будет? Что-то какое-то маленькое у вас цунами. Ну, мы молодцы. Справились. Так, здесь мы были, нам надо вот... А, там тоже сейф. Хорошо, идем дальше. Пожить, пожить. Повышаем свои риски. Собираем монеточки, очечки. Так, вот в этой вот мы были в пещере, значит, нам надо вот в эту и вон в ту. Да? Ну, какие-то там очки, что там они дают. Надо подглядеть, надо подглядеть. Когда-нибудь я тоже куплю себе лодочку. И мы будем с вами ездить на лодочке. Ой! Банан? Что за банан? Куда такая здоровенная-то идет? А, так она меня не смыла. Так она меня не смыла. Офигеть, а что она такая здоровая была? Так резко полезла. Пока я там за бананом летела. О, вот это вот мне надо, серебряное. 5 очков дает, хорош. А золотая сколько дает? 10 очков. О, слушайте, так я скоро могу что-нибудь купить. О нет, о нет, о нет. Большая? Блин, нет, я не успею. Я пыталась перепрыгнуть. Я пыталась перепрыгнуть, но мне ничего не вышло. Ох уж это цунами. А зачем мне банан? А, я его могу поменять. Хорошо. У меня есть ледяной банан. Она была с бананом. А это ж такое? Откроется через час, да, вот эта штука? Я не собираюсь играть в эту игру сейчас. Максимум минут 20, чтоб я хоть что-нибудь здесь в этой игре поэтовала, секретики там всякие посмотрела. Ну вот видите, банан мы уже, например, нашли. Давайте попробуем открыть сейф. G. А, у меня нет ничего, окей. Мужчина, извините. Вот здесь мы были, там мы упали. Вот сюда давайте сейчас сходим, посмотрим, что здесь. Ну нет, 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 ну не вовремя как. О, кобзец. А за камнем меня не смоет же? Сука! Хе-хе-хе-хе-хе, меня смыло за камнем. Нет, я так старалась, так долго бежала, блин. Да куда опять-то, алло? Блин, будем надеяться, что я ее перепрыгну. Да-да-да, маленькая волнушка идет. Отлично, отлично, отлично. И... вот! Хорош! Она умела перепрыгивать волны. Просто русалка. Добавь воды H2O. Надо, короче, придерживаться камушков. Потому что камушек может нас, знаете, вот худо-бедно, но спасти. Он хотя бы даст нам дополнительную высоту. 225 очков. Не знаю, что можно на них купить, если честно. Но мы сейчас посмотрим. Моя цель это секретки теперь понаходить здесь всяко разные. Блин, цунами-то реально в рандомный момент лезет. Вдруг я сейчас не успею опять добежать. Вот вроде бы так близко эта дырочка и вроде бы так далеко. Я добегу, я добегу, я добегу, я добегу, бегу, 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 ебой. Так, подожди. Так это тоже с бананом. Хи-хи, лошары. Лошары! А меня не сдуло. Знаешь, почему меня не сдуло? Потому что я залезла в дырдочку. В дырдочке было безопасно. Я попробую пропрыгать до дырдочки. Может быть, это будет объективно быстрее. Блин, страшно, страшно, очень страшно. Но я держусь. Я борец, я борюсь, я Борис, я Барбарис. Так, так, здрасте. О, здравствуйте. Здрасте. Вам нужен мой банан?
Привет, меня зовут Боб. Добро пожаловать в бананомагазин. Мы продаем маленькие бананы и, типа, видимо, их покупаем. Хорошо, давай я продам. У меня есть банан, я могу тебе продать один банан. Не, подожди, это я покупаю. Шоп. Sell, вот, sell. Sell all. А у меня ничего нет. Ну и хрен с тобой. Короче, пошли, пошла я со своим бананом нахрен. Пошлите в соседнюю, попытаемся дойти. Будем надеяться, что меня не смоет ничем. Никакой волной, пока я бегу туда посмотреть, что здесь есть. У меня, кстати, отхилилась хпшечка. До 100%. Так, мне нужно какие-то эти очки. Я дойду до конца. Знаете, верите или нет? Я дойду до конца. Я куплю сейчас лодочку. И будет у меня все на мази. Ты, пожалуйста, не скользи. Все будет хорошо. Все будет чики-чики-пуки-чапа-чапи-чу-пи-чу-пи-чу-пи-чоп. Ну что ж. Вот она я. Блин, а тут тоже всякие секретики есть. Вам нужно 10 каной. А вот это что такое? Нормал. Вау. Вау. Как тут красиво. Ой, волна пошла. Вот это да. Вам нужно стать королем башни. А как стать королем башни? Может быть, я хочу стать королем башни? Ничего себе. Как тут красиво. Что-то на богатом. Но мы пока не заслужили. Не заслужили. Тут можно поиграть в какие-то шахматы. Но мы не будем. А можно вот это взять? Угу. А вот сюда. Там закрыт. Ладно. Давайте телепортируемся. Мне дали 50 очков. Вот. Survivor Shop. Сколько стоит? 80 очков. А лодка сколько стоит? 225 очков. Я могу себе позволить купить себе лодку, в конце концов. Фен. Нахрена он мне нужен? Банан. А, я бананы могу этому хрену, да, продать? Так, ну что ж. У меня есть лодка. Что-то она не ставится. Во. Поехали. А как она? Эй! Смотрите, кайфы. Чё она такая медлительная, это ваша лодка? Я думала, она будет гораздо сложнее по этому самому. Ну все, надо к дядьке заехать, продать ему. И что сейчас будет? Меня, наверное, смоет. Нет! Меня не смыло. Чиназы сюда. Та-та-ти-та-ти-та-та. Та-та-ти-та-ти-та-та. Я жива, я жива. Ну, садись ко мне в лодку, так шибыть. Так шибыть, довезу тебя. Я ж такая добрая. Наташка. Ой, как хорошо, что у меня есть этот самый... А где этот мужик был? Вот здесь? Или где он вообще был? Я не помню. Не, он был в следующем, да? В третьем. Вот в этом вот он был. Да, не здесь. Так, еще одно цунами едет. Да опять большое какое, смотри. Бам! Ну, я пока жива. Слушайте, такая лодка, получается, ненадолго нам ее хватает. Буквально 3 волны пережить. И все. Да и еще одна. Да вы что, с ума, что ли, сходили? Куда так много-то? Капец, капец. Я пытаюсь все поехать бананы продать. Потому что, ну, бананы кокосы. А нельзя лодку забрать? Чел, привет. У меня кое-что есть. Я хочу продать ол. Хочу, чтобы он мне помог. Тут все на английском. Он, я так понимаю, в обмен на продажу бананов, он всякие приколюхи мне дает. Но мне впадло каждый раз привезить ему бананы, если честно. Ой, поплыла я. Поплыла. Поплыла, я с тобою доплыла, я с тобой плыла по переулку. Вот так вот девочка просто мной воспользовалась, вы видали вообще? А я very раздосадована на самом деле, она реально мной воспользовалась, представляете? Вот эта девочка.
Ну, я опять прошла, понимаете? Ну, вот такая вот игра, ребят. Не знаю, как вам, мне, в принципе, понравилось. В этом что-то есть. Поплавали, покайфовали, поприкалывались. Как вам? Пишите в комментарии. Поиграть ли в эту игру еще раз? С вами была я, Наташа. Увидимся. Пока!